Всем привет! С вами ArxPlay и это Dota 2 карты. Это наш новый формат, да, уже второй выпуск. Пока карты вот во второй доте, они не сильно актуальны, потому что там альфа-тестирование, по-моему, еще идет. Но потом это будет такой бум. Поэтому мы просто с вами заранее подготавливаемся. Сейчас мы будем играть нереально популярную карту, была в Варкрафте. Варкрафт, я уже начинаю путать Dota 1 с Варкрафтом. Я, конечно, знаю, что Dota 1 это просто карта была. Ну, потому что Dota 1, она уже затмила успех Варкрафта, понимаете? Вообще говоря, карта Легион ТД. Кто играл в Варкрафт, такие карты, они знают, это была нереально популярная карта, очень интересная. И здесь типа ее Remakeable. Посмотрим, что они сделали, пародия типа на эту игру. В чем суть? Как и в прошлый раз я снимал видео, здесь нужно убивать крипов с помощью вышек. Вот. Ну здесь все по-другому, конечно, иначе. То есть отсюда идут враги. Здесь у нас есть крипы. У каждого крипа там свои особенности, поэтому мы сделаем так. В отличие от прошлой карты, здесь крипы могут двигаться. Когда начинается игра, крипы могут ходить. Мы сделаем тогда вот так вот, получается, вот так вот. Это дальний бой, правильно? Вообще нужно читать, вот рейндж 225. А, так это не дальний бой, это ближний бой. Рейндж 130. Вот, поставим, короче, дальников сюда, вот. Время подходит, вот у нас деньги здесь, видите, 2500 бабла. Сюда мы смотрим сюда, вот. Давайте сразу сделаем апгрейд наших танков. Я сейчас делаю так, как всегда мы делали в те времена. Вначале ставим танков. Чуть подальше ставим дальний бой. Что это за гано плюс здесь, скорее всего, это у кого-то аура, да, идет. А, видите, мы сейчас не можем щелкать. Че, нормально у нас жирные крипы? Ну, вроде живые. А, они просто стоят? Что, простите? Я вот не помню, здесь можно крипов убирать или нет? По-моему, нельзя. Я вот пробовал до этого сейчас это... Карту запускал. Я не понял, как убирать крипов. Подождите, а если мы сделаем так? Нет. Ладно, USGO. Вот у них аур. А может это сможет драться? Давайте попробуем этих тогда апгрейдить. Все, танки у нас апгрейжены на максимум. О, время идет. Давайте поставим Магнуса. Попробуем, что получится у нас. И сразу делаем апгрейд. О, Магнуса апгрейд в Рексара. Па-па! Ну давайте, говно, стреляйте, дальний бой, Зачем вы просто так нужны? Ха! Чё за бред? Это дальний бой такой, что ли? Ха-ха! Смотрите, Рексара наяривает, пинает их. Я вот сейчас до этого сыграл, разомнялся, не заметил сложности. Кстати, здесь еще нужно апать еду. Видите, 10 из 12, да? То есть мы не можем потом новых крипов ставить, поэтому мы апгрейдим вот эту вот фигнюшку. Видите, все в тестировании, даже вот эти вот имена, вот эти названия не переделанные. Кого можем проапгрейдить? У этого это все. Давайте это говно проапгрейдим. Опа, он будет секир. Не знаю, мне казалось, что карта, она вообще какая-то легкая, хотя мы рано расслабляемся. В чем суть? Мы должны дефать эти волны, да, можно играть, видите, там, вдвоем, троем, короче говоря, в пятером можно играть и так далее. А может еще больше, я не помню. И нельзя, чтобы крипы дошли до нашего короля. Пока я здесь короля не вижу. Но, как я понял, здесь король тоже есть. Пока мы все очень быстро делаем, но в принципе Легион ТД, которая была в Варкрафте, там также было. Вначале было все легко, там, изи-бризи. Это у всех по-разному. У некоторых самые сильные последние крипы, а у некоторых первые, когда апгрейдишь. Давайте попробуем. Вот, апгрейдим. Ну-ка посмотрим, что получится. Так, 1000 хп 700. Вот видите, да? Вроде самый первый это крип, при этом у него больше всех хп получилось после апгрейда. Вот как он быстрый, господи Иисусе, он слишком быстрый. А, у нас, смотрите, у нас еще и умирает, вот вы видите, да, начинается сложность, у нас уже умирают крипы. Чё за бред? Получается, вот fucking logic, да, вот этот вот медведь,
медведь, он получается дальним бой, а вот этот вот орк, или что за говно, он ближний бой. Это не орк, это по-другому называется. Тролль ближний бой. А, у нас все, у нас волка нет. Попробуем волка сделать. Давай, братюня. И все. У нас куча золота. Посмотрим, какой лучше всего крип. Все, по-любому. Вот видите, они сейчас быстренько бегают, бьют. Так, минусанули. Это вообще изи-бризи. Вот у волка плюс в том, что он очень быстро бьет. Кстати, да. Как вообще игралось в это в старый Легион ТД? Еще раз говорю, вначале мы ставим танков, потом дальний бой, а потом... короче говоря, крипов, которые там бафуют и так далее, всяких лекарей и тому подобное. Кто у нас лекарь? А, ну вот он, лекарь, да? Даже описания нету. Я говорю, все просто тупо в альфа-тесте. Ладно, давайте апгрейдим крипа. Но еще раз говорю, это наш плюс. То, что мы уже заранее будем знать, какие есть карты и так далее. До того, как это стало мейнстримом. Вот так я вам скажу. Ну давайте, братюня, где сложность? Сложность, покажи мне сложность. Секир наяривает, братюня. Урса у нас... Вот наш танк, Урса, вообще. Фиг его убью, смотрите. Это говно, тролли вообще падают. Изи-бризи. Так, кого мы еще не делали? Этого мы сделали, проапгрейдили. Это апгрейдили. Ну все, в принципе, всех сделали. Все у нас проапгрейжены. Описание вообще, нигде нету скиллов. Вообще ни одного скилла. Можно, в принципе, еще кого-нибудь сюда поставить, кого-нибудь. Например, вот это говно. Ну, я думаю, мы здесь победили 100%. О, видите, 100 хп, а потом... Когда апгрейдим, 1000 хп. Так, обоссали нашего крипа. Смотрим. Все равно, я еще надеюсь, да, что будет... О, подождите. А, вот он, король наш. Вот он, кинг. Я могу управлять королем, смотри. Что не написано? Король Герар? Нифига себе, это король Ерар, собственной персоны. Как в старые добрые времена Counter-Strike, когда это вместо текстуры бегал Ерар. Ох, я вспомнил свои 1700 год. Ой, блин, так, камера, не хулигань. О, смотрите, я уж... Так, не все, мы не все прочекали, это что такое? А, ну ладно, здесь ничего делать нельзя. Это уже просто так. Он какой-то большой был, мне показалось, да? Он большой был. Так, что, у нас пока все хорошо? Да, смотрите, Урсу даже не убивает. Ну, медленно. Да, изи-бризи, короче. Смотрим, что у нас еще есть. Башня, вообще бесполезная, смысл я не понимаю. Вопрос, как они должны дойти до сюда? А-а-а, офигеть. Типа вот такой вот круг должны сделать, вот так вот, что ли? Зато мы можем крутить всех крипов, смотрите, как удобно сделано, молодцы. О, реально он большой, он маленький же был, ну ладно, давайте сделаем тогда вот этого среднего, у него тоже какой-то есть скиллок. О, дальний бой, да? Хотя атака говно у него. Вот, это хорошая тема, смотрите, быстрая скорость. Потом у нас есть... А, да, как и в старый Легион ТД, здесь можно апгрейдить своего короля. Видите, даже иконочки сделали. Так, вот кинг ХП. Потом скорость регенерации. И атака. Это мы делаем за энергию. Энергию мы добываем с помощью этого гана, по-моему. По-моему, да. Видите, я изучаю. Здесь, во-первых, все на английском коряво. Во-вторых, половины вообще нету описания. Поэтому просто метод тыка. Вот видите, начало это говно появляться. 10 такая циферка. Да. То есть из этого говна мы добываем энергию. Хотя я не понимаю, зачем апгрейдить короля, когда до него вообще никто никогда не дойдет. Или... О, смотрите. Да, смотрите, такая тема. Раньше тоже так было, короче.
Ну, о, как больно! Там мы что, просрали, что ли? Все? Крипы, давайте. О, братюня, заговорил, заговорил. О, пинай, пинай, Рексар, давай, давай, наяривай. Легион ТД было что-то подобное. Кто у нас дольше всех был? О, все, я нашел крипа своего. Сейчас, секунду, я вам расскажу. Сейчас, сейчас. Сначала сделаем, потом расскажу. Может, можно крипов убирать? Было бы очень хорошо. Так вот, смотрите, в чем суть. Легион ТД была такая тема. Сначала идут обычные крипы, а потом, я не помню, через сколько, или через троих, или через пятерых волн. То есть, через пять волн шли мини-боссы. Да, мини-боссы, а также были, по-моему, супер-боссы. Или не было супер-босса, были просто мини-боссы. Консоли. А, консоль пишет, да, нам нужна еда, апгрейдим, еду получаем. Смотрите, когда шли мини-боссы, у нас половина стояли, а здесь сразу все пошли. Но у нас есть Рексары очень сильные, хорошие крипы. Смотрим дальше, потом. Energy Pool тоже какая-то энергия сраная. Видите, у нас энергия стала уже в плюсе, то есть больше 10 тысяч. Это из этой фигни, вот это вот. Хотя, опять же, не понимаю смысл ее. Давайте наших Рексаров апгрейдим. Рексар нам нужен, офигенный. У него, да, лучшая стата, смотрите, 2500 хп. Еще плюс 250 атаки. Ой, извиняюсь, у меня припадок был. Ставим еще раз Рексарчика. Теперь нас тоже никто не обоссыт. Но я хотел бы, знаете, что сделать? Убить крипа. Уничтожить. Так, шов грид. Ну это показывает сетку, смысла нету, я уже пробовал. А давайте мы поапгрейдим по одному. О, видите, какая скорость. А, так Рексару еще дальний бой. Вот это халява, халява вообще. Так, смотрите, у нас крипы умирают. Умирают крипули. Поэтому пока мы не сдаемся. Может не так все просто, как нам кажется. Так, здесь тупо еду апгрейдим бесплатно еще почему-то. А, нет. Мы тратим золото, 80 золотых монет. У меня 2000 золота, мы тратим 80, понятно. Наш Рекстар дальний бой. Кто у нас здесь больше всего брони? Так, три. Говно, говно. А кто у нас танки? У нас у всех броня одинаковая. Вы о чем, господа? Поц! Эх. Не могли потрудиться, да, сделать броню разную. О, видите, он маленький, да? А потом станет таким большим. О, вайпер. Вайпер вообще жесткий, поц жесткий. Пока там происходит драка. Ну все. Да, реально, наши, как я понял, мы не можем уломать. А если... А, и атаковать я тоже не могу. Подождите, я попробую. Блин, почему нельзя атаковать-то, а? Ну почему? Ну сломай, говно. Сломай эту парашу. Куча бесполезного говна. Кстати, здесь есть такой баг, смотрите, если я поставлю крипа вот сюда вот, то этот крип ходить не будет. Не, подождите, как-то так было. Ладно, неважно. Но у меня был такой баг, я до этого сыграл разок, когда... У меня почему-то крип в крипе был, и они вообще не могли ходить. Ну, смотрим, что у нас получится сейчас. Давайте дождемся мини-босса. Слабенькие крипы, очень слабенькие, вообще никого не убиваю, смотрите. Так у нас еще, видите, хилка. Прикиньте, понаставить хилок, кучу-кучу хилок. Вообще, это будет бессмертная связка. Надо, короче, нам уже завязывать, потому что реально, мне кажется, это бесконечная игра будет. Дождемся сейчас мини-боссов и все. Но все равно, ностальгия, самое главное, это ностальгия. Все равно я почувствовал дух, именно старый Легион ТД, есть дух. Это расстановка объектов, сам смысл, да, что ты ставишь вот так танков, там дальний бой ставишь и так далее. А прикиньте, когда реально уже вот это вот кастом-карты закончат тестирование и выйдут в нормальную игру. И ты просто заходишь в доту каждый день, заходишь в доту там, поиграл в обычную катку, захотел расслабиться с друзьями, сыграл в такую катку. Не такую бажную, а уже реально сложную, как раньше было. Там раньше было очень сложно. Там чуть бы не одна раса тащила, остальные делали сосай по Швеяшвили.
Это будет такой кайф, так буду рад это вообще. Ну ладно, давайте, нам нужен супер-босс, супер-боссик. Ну, сейчас вообще сложности просто ноль. Просто ноль. А интересно, если бы я поставил ботов, вот с ботами можно сыграть, чтобы здесь тоже боты играли? А, смотрите, в чем еще суть именно этого Легион ТД? Когда вы играете с друзьями, например... А, здесь может максимум 4, да, здесь нельзя 5 человек. Потому что, видите, вот... А, можно, можно, они еще отсюда. Все, 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 да, как раньше я вспомнил, да. В чем суть? Например, если у вас, вот здесь у вас играет ваш друг, да, потом здесь ваш друг или здесь ваш друг. И когда кто-нибудь из вас пропускает, кто-нибудь из вас, он может накосячить, да. Крипы пойдут так и будут атаковать короля. Поэтому, когда вы играете толпою, да, с друзьями, здесь на каждом висит ответственность, на каждом. Поэтому иногда есть смысл ставить вот сюда вот крипов вместе с другом. То есть вы сюда ставите, друг сюда ставит, чтобы дефать сразу два лайна, а не чтобы вы задефали свой, а ваш друг не смог задефать, и крипы прошли вот так вот. И в итоге и все. Так, он летает? Да, да, правильно, крип должен летать, все правильно. Все, ждем, скоро появится босс. Какой-то уже раунд. Видите, здесь даже названия раунда нету. Это такой синоним. Не синоним, а имя переменной. А уже потом будет нормальное название. О! Чё? Что? Что, простите? Ха, мы что-то новое нашли, смотрите. А я нашел какое-то говно. Так, стоп, стоп. А мы это не видели. Здесь еще магазин есть. Хотя смысл какой? Энергия, 1500 энергии. Где вам можно подобрать предмет? Подождите. А. И чё? Смотрите, как-то так долго как-то бьют очень. Так, я что-то покупаю, а где это, я не понимаю. Вот такая вот незадача у нас. Мы проиграли! А, нет, да? Ладно, я немного переиграл. Мне нужно быть просто актером, видите, талант, талант актерства. Поэтому давайте еще поставим это говно и дождемся супербосса. Ну там реально, вот в старый ТД, там такие были боссы. О, забейте, там было так сложно. То есть там было примерно 90%, что вас пронесут, 90%. Там не было как здесь, изи-бризи. Но опять же, не забываем, что это альфа-тест. Я не понял, а где? Зачем я вообще покупаю? В чем логика-то? Подождите. Подождите. Я вспомню, для чего магазин. Раньше можно было делать такую тему, да? Вот у тебя идут крипы каждый уровень, каждую волну, да? Но ты мог покупать дополнительных боссов. Не боссов, а дополнительных крипов, чтобы они тоже шли как враги. При этом, убивая их, вы получали за это какую-то награду. Я не помню какую, по-моему, деньги и так далее. То есть, о! Это что за говно? Что происходит вообще? Я ничего не понимаю. Все, это баг, да? Это баг. Все правильно, все правильно. Видите, вы, наверное, подумали, почему они идут сюда вот вверх. Все правильно, я победил, кстати. Они идут вверх, потому что они идут дефать короля. Да, помните, я говорил? Когда вот у вас кто-нибудь пропускает, да? Я победил. Изи-бризи, 18 волн. Победа. Когда у вас кто-нибудь пропускает, враги вот так бегут и попадают на ваших крипов. То есть тоже в этом тоже замысел. То есть всегда, когда ваши... Ваши вышки или кто убивают, да, они всегда идут в этот телепорт и попадают сюда вот, чтобы охранять короля. Короче, карта была нереально легкая. Очень легкая. Но была интересна. В первую очередь ностальгия. Ностальгия. Все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.